Российская государственная цирковая компания представляет документальный проект. Цирк. Искусство без дублей. Манеж. Как же я мечтал в детстве когда-нибудь здесь выступать. Я думаю, что для всех, кто работает на манеже, это самое намоленное место. Ему служат беззаветно, ему отдают себя без остатка. Здесь рождается искусство. Здесь делают то, что кажется почти непостижимым для возможностей человека. Здесь физиологически ощущаешь, что значит, когда перехватывает дыхание или замирает сердце. Мы приходим в цирк еще совсем маленькими, потом вырастаем и приводим сюда своих детей, внуков. Что же нас так тянет в цирк? Цирк – это искусство смелых и сильных. Цирк – это искусство на стыке жанров и на грани экспериментов. В цирковом искусстве есть все – и театр, эстрада, и спорт. Можно привести очень интересную фразу великого Федерико Феллини, который в свое время сказал дословно, что цирк лежит в основе всех искусств по той причине, что по той или иной мере все их себя вмещают. Цирк – это честное искусство. В цирке нельзя, знаете, обмануть и схалтурить нельзя, потому что зрители сразу же увидят. Или же делают трюки, или же не делают трюки. Честно – значит предельно откровенно, без фальши и обмана. Возможно, именно за эту искренность зрители благодарны. Очень любим цирк, это весело, ярко, разнообразно. Ребенок хохочет, я хлопаю в ладоши, это всегда позитивно, море эмоций, недорого. Очень красиво, изумительные костюмы, чудесные номера. Артисты просто великолепные. Настроение, вообще выходишь с таким задором просто. Я очень люблю наших артистов. Иностранные мне некоторые тоже нравятся, но наших я смотрю с большим удовольствием. И наш цирк я люблю больше, чем мировые. Артисты, прослужившие цирку десятки лет, точно знают, в чем секрет его магии. Цирк – это живое искусство, это живое восприятие вот всего. Все, что происходит и в манеже, и звук, и свет – это все должно быть живое. Цирк должен быть праздником. Это основа. И все должно быть здесь живое. Вот нет дубля, как в кино. Если там на подкидной доске или в воздушном полете. Там же нет дубля, там делается один раз. И вживую. Человек, который приходит в цирк, какого возраста бы он ни был, он все равно что-то познает. И наблюдать что-то вживую гораздо более продуктивно, нежели услышать это от кого-то. То есть если вам рассказывают о том, что человек способен на такие-такие вещи, это всего лишь либо домыслы, либо слухи, либо легенды, либо, может быть, даже и настоящие, но все-таки истории. Когда ты видишь что-то своими глазами, это вдохновляет, это получает, это образовывает. Я считаю, что первое – это, конечно, трюк, его величество трюк, тому, чему удивляется публика, на чем построен цирк. Вот это важно. Мне кажется, все-таки основное – это трюк. Современному зрителю одного набора трюков, хоть и самых смертельных, уже недостаточно. Нужно шоу, завораживающее зрелище с применением новейших технологий. Свет, звук, реквизиты, костюмы – все должно соответствовать мировым стандартам. Цирк нуждается в особых технических, вспомогательных моментах.
в электронике, в технике, в подъемах каких-то, в сложных устройствах механических, чтобы цирк мог удивлять еще больше. Только в симбиозе, только в совместном каком-то продвижении и площадок, в росте качества обслуживания на площадках и в росте уровня номеров и программ, которые мы поставляем на этой площадке, только в этом наша перспектива. Цирковое искусство всегда нуждается в государственной поддержке. Только благодаря государственной поддержке мы можем решить нашу общую задачу воспитательного характера для детей и сплочения семьи. И 100 лет назад, и сейчас цирк был искусством для всей семьи, так как цирк – изначально искусство семейное. Он немыслим без династий, семейных традиций и великой любви. К своему делу, к питомцам, к тем, с кем мастера манежа делят этот дом и ради кого они работают. Цирк – это и есть семья в ее идеальном воплощении. Официальные и неофициальные цирковые династии, где от отца к сыну, от матери к дочери передают секреты профессии, есть почти в каждом цирке и в каждом жанре. О таких говорят «рожденные в опилках». Дрессировщица Наталья – четвертое поколение династии Майхровских. В цирке она руководит целым театром, актеры которого – морские котики, пингвины и моржи. Мои прабабушка с прадедушкой акробаты были цирковые. Дедушка мой клоун, народный артист России Евгений Майкровский. Родители мои заслуженные артисты, тоже они работали в цирке всю жизнь. Вот. Ну и я работаю в цирке. Долгое время считалось, что вот одиночке в цирке очень тяжело, невозможно, как бы все, что вот семьи. Конечно, семьям легче, тут спору нет. Вот есть какая-то материальная база, есть поддержка, но, тем не менее, история знает талантливых артистов многих, которые вот приходили в цирк, грубо говоря, там вдруг совершенно другой профессии, становились артистами и заводили здесь семьи, и таким образом создавали замечательные цирковые династии. I like to move it, move it. She like to move it, move it. She like to move it, move it. We like to move it. В родословные этих ребят не замечены фамилии Румянцевы, Поповы или Никулин. Однако бывшие театральные актеры решили связать свои судьбы именно с клоунадой. Клоунада – один из самых востребованных жанров. К тому же с коверными, так называют клоунов в цирке, большой дефицит. Хочется, чтобы люди смеялись. Мы получаем от этого удовольствие. Ну, собственно, представляете, выходить на манеж, где сидит 2000 человек, и все они в один голос смеются или в один голос улыбаются. Это просто большая награда. После этого, если еще получать бурные овации, все это, ну, это многого стоит. Кто-то из мудрых сказал, рискнуть жизнью ради блага других людей, совершить подвиг, превратить подвиг в профессию – настоящее мужество, достойное восхищения. Те, кто работает в цирке, говорят, это судьба. Судьба не из простых, с ежедневными испытаниями и преодолениями себя. Что такое комфорт и постоянство, многие цирковые или уже забыли, или просто и не знали. Неустроенный быт, постоянные переезды. Приходили олимпийские чемпионы в цирк работать и не выдерживали. Почему? Потому что это мы сегодня работаем, ну, практически субботу-воскресенье, а раньше-то у нас был всего один выходной. И каждый день по спектаклю, а по субботам-воскресеньям по два, по три. И ни один олимпийский чемпион не выдерживал такой нагрузки. Каждый день делать тройное или четверное сальто-мортале. Пик формы называется, да? Там олимпийские игры, чемпионат мира готовят под это, вот именно под это время, когда вот это будет соревнование. А в цирке оно практически ежедневно. Пик формы. Советские цирковые артисты были лучшие во всем мире.
Если нужно было затмить Запад, то на международную арену выводили две тяжелые артиллерии. Это балет и цирк. И сегодня уже российский цирк продолжает воспитывать юные таланты. Своих будущих звезд. В цирк я попала из самодеятельности через фестиваль. На проволоке я хожу 7 лет. Но здесь, в Росгосцирке, я нахожусь 4 месяца, и меня ставят профессионально. Я прихожу, получаю удовольствие. Не знаю, мне для души главное хорошо, что я не испытываю тут тяжесть, да, я ноги бью, да, у меня не получается, но все равно. Мне нравится это. Это мое. Мы создаем и будем создавать новые, всегда интересные программы с молодыми артистами. У нас в 2013 году выпущено 55 новых номеров. Цирк всегда удивляет и будет дальше удивлять новыми программами, дивертисментными. Будет удивлять новыми шоу-программами и новыми спектаклями. На сегодняшний день Росгосцирк продолжает оставаться крупнейшим в мире поставщиком и создателем циркового контента. Наш генеральный директор Фазнар Ахимовна Халилова сейчас будет на самом высоком уровне вбрасывать, так сказать, в наши властные структуры предложение о том, чтобы сделать, признать наш цирк иностранным достоянием. Профессия циркового артиста – это не просто работа. Это образ жизни, причем жизни непростой, с постоянными испытаниями и преодолениями самого себя. Согласитесь, у нас, у зрителей, даже от того, что мы увидели с вами, ну, хотя бы только сегодня, на душе стало уже как-то радостней и веселей. Может быть, в этом и есть сила циркового искусства.